Этот клуб сегодня охраняю я. Здравствуйте. Я рад снова вернуться на эту работу. Вы тоже рады? Ну скажите, что у тебя под шляпой? Крутая прическа. На, шляпник. А дед все еще спит. Проснитесь. С добрым утром. Меньше спать нужно. У меня клиенты. А, нельзя с ножами и пистолетами. Раздевайся. Че стоишь? Давай, давай. Ты че упал? Вставай. Есть что у тебя? Сюда мыло давай. Я буду мыться сегодня. С мухами вход воспрещен. Не-не-не-не-не. Сразу можете уходить. У него кабачки. Ты видел? Кабачочки. После клуба ко мне едем. О, выпало. Можешь поднять, пожалуйста? Я просто не дотягиваю. И куда спрятал? Признавайся. Драться будешь? Я тебе сейчас... Он первый начал. Видели? Вот эти кулачки. Мне стало страшно. Ой, ну не грусти, пожалуйста. У нас просто... Строгий дресс-код, понимаете? Сейчас я побрею вас, с усами нельзя. А чё вы смотрите? Вас тоже это ждёт. Тебя в особенности. У тебя во рту волосы? Удобно. Нормальный. Ты нормальный. Ну, по лицу не видно, я бы так сказал. А вот здесь есть у вас что-то? А там? Не, мужчин, я вас не шлёпаю, ни в коем случае. Эй, вы чё, куда бьёте там? Не-не-не. Всё, в порядке, можете проходить. Спасибо. За что охранника так? Я за безопасность. Не уходите, то... А вы же... Там вход. Эй, Борис, вставай. Мы с тобой деньги залутали тут. Очки, курточку и муху. Это ваш братик был? Надеюсь, вы не против. О, да у вас макияж красивый. Забирайте очки обратно. Не хотите немножко огоньку? Давайте сделаем с вами вот так вот. И зажарим. И пошел флекс. Мы просто разминаемся перед клубом. Не мешайте. Дэнсинг, дэнсинг. Прекратите, пожалуйста. Сейчас, извините, спрошу у Шарика, хорошо? Не убегайте. А мне поставят лайк под это видео? Lucky one. Это да или нет? Посмотри поближе. 35. Вы все. Вам немного осталось. А тут почему температура отличается? А, так вы же можете с крутой прической пойти. Получается, нам нужно аккуратненько посерединке. И вот тут сбоку. Прическа называется «Смелый буйвол». Как вам? Нравится? Можете отдать очки, пожалуйста. Отдайте очки. По глазам вижу, нравится. Я старался. Ладно, давайте проверим, что у вас тут. Есть что-то? Ой, да вы что деретесь? Она больно бьет, я предупреждаю. Я же предупредил. Сканируем. Отжарил клиента перед входом в клуб. Правильно? Вы все еще хотите войти? Проходите. Много в жизни повидали. Прическа, кстати, отпад. А, у нее нож был? Мои соболезнования. Всем, кто там будет. Здравствуйте, курение убивает. Эй. Еще раз в рот возьмешь? Ладно. Я предупреждал. Он из Питера, не обращайте внимания. Питерский парнишка. Не желаете сливок? Ванильные, кстати. С кабачочками скоро будет. Я жду. А вот так? Дресс-код в штанах вот таких. Сейчас прилетишь, и мы потом те штаны такие купим. Пока. А, он совсем улетел? Надеюсь, он вернется. В клубе бассейн открыли. Вон Типсон пришел купаться. Ну или не Типсон. Водички? Спасибо за кабачки, кстати. Я очень люблю. Отдайте кабачки. Мужчина. Ой, трусики. Ну вы, кстати, так эффектнее выглядите, нет? С двумя кабачками и в трусиках. Я думаю, все захотят с вами познакомиться. Пунь. У вас в носу что-то. Нет? Вам не кажется? Ну у вас вроде ничего такого нету запрещенного. Выпивали сегодня? Подскажите. Почти дринкинг. Или вы нормальный? А, да вы нормальный. Ну чуть-чуть совсем. Ого, так а тут еще много предметов всяких. А че вы в комментариях-то мне не писали, что здесь есть калашников? Мы будем рататат делать скоро. Да ведь? Ну ты не увидишь, тебе еще везет, у меня тысячи нету. Ну или мы можем продать все у тебя. Хочешь? Давай, раздевайся. Тебе жалко, да, кабачки? Возьмите один себе. Делиться надо, они вместе с тобой в клуб пойдут. Она подняла. У нас вещи остались тут с тетеньки, которая летала. Ты готов? Ты видишь? Ра-та-та-та-та. Слушайте, а теперь я реально охранник. Страшно стало? Ладно, после такого можешь пройти, честно. Давай. Топай. Держи. И сливками. Заправь это все. Давай в ротик. Я просто люблю, когда вы вкусно кушаете. Давай, кушай. Это отдай. Куча предметов, которые можно использовать. Яйца. Я очень хочу яйца. А я и забыл совсем про него. Ну не плачь, ну это голубь. Ты видел такого? Они же бегают у тебя по двору. Где у тебя карманы? Давай в кармашек чуть-чуть. Вот так вот. Ты знаешь, как приятно будет? Ты руку в карман засовываешь, а там тепло. Спасибо, голубь. Лети. Такими темпами у нас совсем клиентов не останется. О, а что у вас тут? Показывайте. Давай-давай, показывай. Что у тебя? Ладно, проходи. Так уж и быть. Давай, удачи тебе. Хорошей тусовки. У вас стилист хороший. Вы типа женщина-кошка? Вы тоже видите лошадь? А зачем этот гриб нужен? Я хочу, чтобы ты съел гриб. Пожалуйста, вход без гриба запрещен. В рот возьмите. Сейчас помою вас. А что делать? А то
вас тут накрасили, ей-бобу. Такими входить нельзя. Кабачками можно, это правильно. Вот кабачок, это мое почтение. Сейчас я вам, может, еще стилечек поменяю. Вот, держите, трусите. Что с грибами-то делать? Не подбирай. Не-не-не. Мне кажется, или вам так будет лучше? Сейчас я вам еще подбрею вот так вот. Я стилист, правда говорю. Вы похожи на тигрулю. Как у вас после жаришка температурка? 37. Мужчина, вы больны. Вы не в себе. Вы же мужчина? Вроде нет. Простите, вам нельзя, вы болеете. Если вы тоже болеете, выздоравливайте, пожалуйста. Давай, солнышко, выздоравливай. Пришел немытый, грязный, видели? Кто же скрывается за маской? Покажи свое лицо. Маску отдай. Ага, мы знакомы. Сколько градусов? 35. Вам градусов для входа не хватает. Отжарил клиента. Каждым из вас будет то же самое. Дай 5. Вот сюда. Дашь? Не даешь. Значит, я тебе дам. С татуировками вход воспрещен. Но если бы ты сделал, кстати, татуировку 52, то я бы пустил тебя. Сейчас я вас помою, пока погодите. Мне нужно проверить, все ли у вас в порядке. Такого можно и пустить. И сюда. И сюда. Красотка. О, вот это женщина технологии, да? Я понял сразу. Технологии, пистолет. Нельзя. Не-не-не. Это ваше. Ой, ну это же ваше было. Я надеюсь, все это в виртуальной реальности. Это не по-настоящему, видите? Вы... Это не по-настоящему было. А вот это по-настоящему. Петр, забирай. А глаза, что у вас красные? Вы не подслушиваете. Оружие. Запрещенные фотографии собак. Есть? А, вы вампир. Тогда вам туда можно. Что у вас тут? Эй, ты что дерешься? А, да вы посинели. Она пикает. Девочки, вы упали. Ты похож на смурфика теперь. Ход запрещен. О, разрешен. Давай, смурфик. Дайте кукурузу понямать. Эй, дай кукурузу. Дай мне кукурузу. Он маску мою надел. Что за дела? Кукурузу отдайте. Отдай кукурузу. Я последний раз предупреждаю вас. У него пистолет. И что делать? Просыпайся. У него пистолет. Я сейчас внезапно надеваю вот эту штуку. Оп. А все? Пистолет не поможет. Я по... Рассыпался. Пока, браток. Иго-го. Я не знаю на лошадином ничего. Snoop Doggy Dog? Твой браток? Это что такое? Вот это гвоздомет, а вот это вот что такое? Это типа, если я сделаю вот так, оно вылечит? Иди сюда. И такая улыбка. Зачем я это взял? Джипс. Вот так, сканерейка. Температурка. 36. Показываем. Вы нормальный. Здесь у нас остались только бананы и наручники. А я хочу заковать кого-нибудь. Сейчас продадим. Еще продадим. Что здесь можно продать? Вы арестованы. Именем закона. Стоп. Это лишнее. Именем закона. Ну или фамилией, я не знаю. Вы арестованы. Ну вы имеете хранить молчание и кабачки. Храните кабачки. Реально, они не снимутся. А он драться теперь не сможет, да, я так понимаю? Вот это у него вечеринка будет. Откуда у него наручники торчат? А вы сразу уже проверяетесь? Курочка грил. Дай мне сюда. Это кефиси. Держи. У него рот занят, кстати. Я вас с пчелами, кстати, не знакомил еще. В комментариях очень много людей просят пчел. Выходите. Давайте, выходите. Ну, а что поделать? Люди просят. Нужно вызывать их. Выходите, давайте. Выходите. Давай. Терпите. Не-не, подождите, не надо. Ай, не деритесь. Не деритесь, я вам говорю. Я сейчас вас арестую. Все, мухи, выходите. Это социальная проверка, как люди относятся к пчелам. Не обращайте внимания. Это, ну, с вами такого не будет. Я просто тестирую. Социальный эксперимент, пранк, вот это все. Как вам, мужчина? Ощущения. Пчелоохранники нормально? Или все-таки нужно что-то исправить? У них, кстати, искусственный интеллект есть. Они искусственно жалят вас в попу, если вы чувствуете. А пока вы наслаждаетесь, я вас проверю, хорошо? Насилием ничего не решить, мужчина. У вас там что-то пищало очень сильно. О, вы на столе? Тогда можно экспериментировать. Мужчина, как вам ощущение? Я просто ищу, где у вас тут. Тут пищало что-то, мужчина. Вы тоже видели? Он сам залез на стол. Я ничего не делал. Ладно, проходите, вы уже натерпелись, я думаю. Всего хорошего. Эй, а вас там пятеро? Я же только одного пустил. Вы дом забыли. Заберите. Ну, бывает такое. А вы что, неразговорчивый такой? Уберите вот это. Вы же понимаете, но вас никто не услышит. Нам нужно с тобой поработать немножко с пчелами. Они немножко какие-то агрессивные, да? Согласен? Это для здоровья. Ого, вот эта тачка. Заезжайте к нам. У него, получается, есть как сигареты. Сигаретами нельзя вход. Сегодня. Есть что-то запрещенное? Вот там на экране видите. Или только у меня экран есть. Не делай поспешных выводов. Я хороший. Ты плохая. Рот от гнева перекошен. Не кричи. Ну, я понимаю, не нравится кукуруза, но нужно питаться правильно. Не уходи. Он кукурузу украл. Остановите его. Это бэйби. Я возьму? Не, ну а что, я тоже хочу. Кстати, вы симпатичнее вот в этом экранчике, нет?
Вы такая стройная. У вас есть пистолет, и вам нужна шляпа. Не, ну я тоже, знаете, ну я хороший охранник, согласитесь? Мы дадим ей шляпу. Купим за свои деньги. Вот, cowboy. Вот вы по-любому напишите в комментариях, притворяется нормальным охранником. Да я не притворяюсь. Правдой. У меня есть образование. Вроде все... А, дресс-код, там ботинки нужны были. Увы, ах. Ну и в таких симпатяшках. Не-не-не, у нас только с кабачками. Мм. Это запрещено. Кукурузы ваши? Только кабачки. Ешь. Чё стоишь? Если у кого-то еще есть, кроме кабачков, что-то, употребляйте. Приятного. Но он кушает, подождите. Губка Боб уже не тот. Да. Он хочет погрузиться в твою бездну. Давай, открывай рот. Губка Боб, сиди там. Не выходи. Сзади у тебя мало волос. И справа тоже не хватает. Не подумайте. Так должно быть. Сейчас немножко подровняем. Вот. Вот эта прическа у тебя. Да куда ты лег опять? Ну да, отшлепал. Ну а что? Он сам лег. Все, проходи давай. Чего ты стоишь? Тебе не хватает печати? Может, ты еще не определился, чего ты хочешь? У тебя есть да и нет. Куда пойдешь? Домой. Но с такой прической я бы тоже домой пошел. Ну вот зачем вы с этой дуделкой идете? У нас только вэпи. Вэпи, понимаете? Уже не тренд вот эти ваши дуделки. Вэпи. Электронные вэпи. Кельку принесла. А я думаю, что воняет здесь? А ну, выходим отсюда. И наручники с собой заберите. Давайте, тут воняет рыбой. Уходите, уходите, уходите. Вот это мы не одобряем. Время пришло. Все, и сразу можно проходить. Видишь, как это работает? Давай, а наушнички отдашь, пожалуйста? О, нам просто денег не хватает. Я лучший охранник этого месяца. Мне, кстати, премию за прошлое видео дали. Сказали, что я лучший работник и позвали меня еще раз. Если тоже так считаете, то приходите в клуб. Я вас приму. А напишите, кстати, в комментариях, в каком костюме бы вы пришли в клуб ко мне. Вот сюда. Я отвечу вам, принял бы вас я или нет. Я бы в костюме бобра пришел. Опа, пистолет. А ну, сюда волыну. Это ваша. Да, пушка заряжена и не стреляет. Слышали такое? Стреляет. Нас обманывали. А, ну спалил вас, и вы уходите. Ну и все. Ну и не приходите. Йо-хо-хоу и бутылка Рома. Или бутылка Витали. Почему Рома, я не понимаю. Почему все бутылки у Ромы? Золотая рыбка. Я хочу желание загадать. Хочется какие-нибудь перчаточки чисто побоксировать. Че, тебе палец мой нравится? Не-не-не. Немножко огонька. А, это так не работает? У нее оружие должно быть. Ну, ножа я не вижу. Так что можете... проходить. Блин, добавили мне бы сюда какого-нибудь пёселя, чтобы он охотился вот за такими... Топор. Зачем вам там топор? А, типа три топора. А, вот это вы вообще приколистка. Ну вы даёте. Ой. Вы тоже в шоке? Я случайно. А, вы живы? Странно. Ребёшку отдадите, пожалуйста, ребёшку. Я балдею вообще по рыбкам. А вы? Держите. Со своим нельзя. Нет, со своим... Ешьте. Можете, кстати, желание загадать. Загадывайте? Знаете, что бы я хотел? Они сбудутся. Они сбудутся, если загадаю. Вы едите? Тогда можете проходить. Приятного аппетита. А вот зачем вы это носите? Чтобы на входе вам в рот рыбу не засунули. А не получится. Я все равно засуну. Зато у меня есть курлык. Не нравится? Бей его. Его бей. Так это он делает. На, держи. У меня нет ничего. Нету, у меня нет. Все. Не бей. Я руки поднял. Ты что рычишь на меня? Ты, может, просто... типа на тигренка похож. Я сейчас тебе сделаю прическу, и ты станешь добрее, я тебе серьезно говорю. Вот, теперь ты ежик в тумане. Ежик. Не нравятся ежики, понял. Все, вы не видите меня. Не видите. Не попадете. Че ты увидел? Вот это? Ты это хочешь? Ой, воткнулся. А, ты по пистолетам балдеешь. Все, проходите. Эй, отдай топор! Отдай! Отдай топор! Он голый. Зря вы улыбаетесь. Человек-паук, это вы? Как закончится, я вместе с ними тусоваться пойду. Выбирайте, левую или правую? Обе? Давай. Вы хотели немножко покупаться? Вот, держите. Если вы на входе не встретите такого же охранника, как я, мои соболезнования. Все для клиента. Вот это не сосите, пожалуйста. Нельзя. Ну сейчас он покупается, подождите. У нас с вами 600 денег. А это знаете, что мы за 600 можем купить? Ну бит-то, наверное, не очень будет, но я люблю бейсбол. А что ты глаза закрыл? А, ты сразу думаешь, что в тебя прилетит. Правильно думаешь? Держи. Это был страйк? Или как там в бейсболе? Ну, а чё вы надели такие каблуки-то? Снимайте. Вы чё разделись-то? Я вам кроссовок сейчас поменяю. Все как полагается. Проходите. Вроде все. О, пистолет отдай! Отдай! Стой! И ничего не сделаешь. Ой! У тебя тут в трусиках что-то лежит. У него граната, пацаны, была. Она взрывается же?
взрывается. Это для приятности, это для удовольствия. Проходите. Давай, давай. Ням, ням. Ты съела реально? За что, Петр? Этот крыс был из тех, кто просто любит жизнь.